Сейчас мы с вами будем вязать вот такие ушки для нашего мишки. Как мы их вяжем? Вот одно ушко я уже связала, сейчас покажу на примере второго. Мы вяжем их также из тех ниточек, из которых мы вязали наш комбинезон. Вот в две нитки, тем же крючком. Итак, делаем первую рабочую петлю. Далее набираем 4 воздушные петли. Замыкаем их в кольцо. И теперь через наше кольцо мы провязываем столбики с одним накидом. Вяжем столько столбиков, чтобы у нас колечко наше замкнулось. Напоминаю, сейчас мы вяжем столбиком с одним накидом через кольцо. Следующие два ряда у нас будет состоять из столбиков без накида. Для того, чтобы наше ушко было более жесткое, более плотное. Так, ну вот, первый ряд я связала, замыкаю его в кольцо, поглядите. Теперь делаю одну воздушную петлю для подъема и вяжем по кругу столбики без накида. Мы будем чередовать. В одну петлю мы вяжем 2 столбика без накида, в следующую петлю 1 столбик без накида. И так будем вязать по кругу. Поглядите. 1 столбик без накида, 2 столбика без накида. Опять в следующую петлю 1 столбик без накида, следующие 2 столбика. Столбика без накида. Так вяжем наш ряд до конца и точно так же вяжем следующий ряд. Один столбик, два столбика. Так, вот первый ряд я закончила, который состоит у нас из столбиков без накида. Так, все замкнуло, поглядите. Вот на что получается. Вяжем еще один ряд такой же. Мы связали 2 ушка. Поглядите, какие получились. Но скажу небольшой секрет. Чтобы наши ушки было легче пришивать капюшончику, когда мы вяжем заключительный ряд, третий, да, из столбиков без накида. Смотрите, вот в этом месте мы начали вязать наш ряд. А в этом месте мы закончим. Я не довязала одну петлю. И у нас ушки будет легче пришивать, нежели если бы у нас ушко было полностью круглым. Еще раз напоминаю, когда мы вяжем ушки, мы не довязываем одну петлю, не провязываем и не соединяем наш ряд. Вот у нас начало наши ушки, вот у нас конец нашего ряда.
пушки. Глазки мы связали. Остается самый интересный момент, когда мы будем все это пришивать. Вот глядите, вот наш носик, наши глазки. Далее мы берем вот такие глазки. Когда мы пришьем носик, глазки и ушки, потом уже можно приклеивать вот такие вот наши смешные глазки. Приклеиваем мы на жидкие гвозди. Может это быть обычный плиточный клей для потолочной плитки, клей титан. Ну вот, поглядите, что у нас получилось. Сейчас я все это пришью, приклею, и наш комбинезончик готов. Всем спасибо, кто вместе со мной вязал. Увидимся с вами в следующих видео. Не забывайте писать комментарии. Возможно, вы хотите связать что-то особенное, и мы обязательно с вами свяжем. Ну все, пока-пока!